Армейский рукопашный бой, хоть и жесткий вид смешанных единоборств, но защита на спортсменах настолько максимальная, что к соревнованиям допускаются даже детсадовцы. К тому же правила для малышей, естественно, мягче. Инструктаж перед поединками и в бой. Первая же схватка среди самых маленьких показала, что компромиссов на ковре не будет. Основная часть именно маленькие спортсмены, те, которые только начинают свой путь. Для них это праздник, это интересно. И изюминка таких соревнований заключается в том, что они маленькие, у них еще, может быть, недостаточно техники, недостаточно какой-то силы, но есть желание просто побороться. И за медаль есть воля к победе, есть желание участвовать. Как тренер будет преподносить это все детям? Если там какой-то патриотический дух воспитывать в детях, там в целях самообороны, все такое, то почему бы нет? Почему? Дети должны быть готовы ко всему. Тем более в это тяжелое время. В этом году из-за пандемии организаторам не удалось провести полноценное первенство. В турнире приняли участие только три клуба из Ульяновска, Старой Майны и Барышевского района. Между ними и развернулась основная борьба за медали. Часто сетка соревнований сводила на ковре представителей одного клуба, но это ничего не меняло. Тут, как на любых детско-юношеских турнирах, договорных поединков нет, и борьба всегда бескомпромиссная. Клуб «Пересвет» при Жадовском монастыре привез 12 своих воспитанников. Все они добились призовых мест, а пятеро стали победителями в своих категориях. После столь долгого застоя я считаю, что наша команда выступила неплохо, и как бы небольшая встряска как раз перед ПФО по ММА, ПФО по панкратиону, я считаю, что просто это небольшая встряска и большая подготовка, как говорится, к участию в соревнованиях, то есть дальнейших. На награждении выяснилось, что проигравших в этом турнире нет. Все участники от мала до велика получили из рук организаторов медали и грамоты согласно занятых мест. А самые усердные получили кубки за лучший бой, лучшую технику и волю к победе.